другим темам. У нашей страны большое IT-будущее. В Казахстан из разных государств прибывает все больше специалистов этой сферы. Хорошая инфраструктура и удобный налоговый режим способствуют развитию рынка информационных технологий. Дополнительный IT-хаб намерены создать в Алматы. Об этом сегодня заявил министр цифрового развития Багдат Мусин. Далее Насипова с подробностями. Большинство приезжающих специалистов, по словам министра цифрового развития, это представители стран СНГ. Причиной того, что IT-работники выбирают Казахстан, развитая цифровая инфраструктура и налоговые преференции. Одним из показателей сферы, по словам Багдата Мусина, является то, что мировой гигант Google выбрал площадку Astana Hub в качестве партнеров Центральной Азии и СНГ. Среди всех стран СНГ Google for Startup есть такая программа, когда Google поддерживает стартапы. Он выбрал Astana Hub партнера в странах СНГ, в странах Центральной Азии, как партнера для того, чтобы реализовать этот проект Google for Startup. Это когда стартапы могут обращаться к Google. Также в стране есть возможности бесплатного обучения в школах программирования. Это очень важно для начинающих специалистов, и есть крупные компании, в которых можно пройти стажировку, говорят сами айтишники. По их мнению, одна из проблем в том, что большинство отечественных IT-проектов локально ориентированы, в то время как можно создавать продукты, нужные всему миру. Немало прорех в кибербезопасности. У нас нет детального закона о персональных данных, у нас нет четкого понятия, что такое кибератака, у нас нет четкого понятия, как расследовать киберинциденты, и у нас не развито киберстрахование. И в данный момент эти моменты, они являются уже некой основой в наших реалиях, потому что айтишный мир, виртуальный мир, он уже соизмерим с тем, что физически происходит с нами. Несмотря на то, что проблемы есть, в качестве удачного примера, о котором сегодня Казахстан может заявить на весь мир, приводит электронное правительство. Эта электронная система, по словам специалистов, держит пальму первенства среди стран Центральной Азии. Далее Насипова, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Нур-Султан. Будьте в курсе всех событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на YouTube-канал Информбюро 31. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях. А чтобы первыми увидеть все самое важное, нажмите на колокольчик.